И новость, которая возмутила челябинцев. Маршрутные такси номер 9 и 79 будут ликвидированы. Они должны прекратить работу с 19 февраля. Договоры с перевозчиками расторгнуты. Маршруты полностью исключены из реестра. Новые конкурсы на них проводиться не будут. Об этом заявили в управлении транспорта города. Решение чиновники объяснили многочисленными нарушениями со стороны перевозчиков. Они не соблюдали расписание и трассу движения. Частников уведомили о закрытии маршрутов еще месяц назад. На сегодняшний день, принимая решение об исключении маршрута номер 9, опираясь на мнение перевозчиков и на мнение также других еще жителей, о том, что этот маршрут на сегодняшний день дублирует в той или иной степени 10 перевозчиков, представляете, да? И проблем на сегодняшний день уехать там нету. Отмечу, что маршрутка номер 9 ходила от Бейвеля до Мамина, а 79-е микроавтобусы от зоопарка до ЧМК. В управлении транспорта челябинцам предложили альтернативные маршруты. Полный список есть на нашем сайте 1obl.ru. Между тем, эксперты высказывают опасения, что оба маршрута могут продолжить работу нелегально. Что об изменениях говорят пассажиры и водители, смотрите в 21:30 в сюжете Полины Кирсановой.